Иди по подлодке, смотри. Иди возьми в арсенале пистолет. Ты лучше поизучай ее, намного лучше у нас тут, потому что. Че это? А я не могу стальной шкафчик открыть. Нахера нам столько ножей? Иди поменяй ему этот. Поменяй. Иди по. Иди. Иди выдай ему пистолет. Сейчас. Сань. Ты столько ножей заказал, чтобы их перерабатывать? Да, давай. Дай мне пистолет. Дай. Я один себе оставил. Дай, блядь, ему пистолет, который там лежал с 8 обоймами. Очередь. Реально. На. Куда ящик можно выбросить? С патронами. Эти обычные. Обычный, ну, блядь, вот, ящик. Ну... А, тогда не ох, ёма. На, вот еще, на и один. На, вот. Куда-то скинул. Прикольно, как у нас. Что, плывем? Не видеть. Ребят, 1700 метров. Нам в любом случае надо создать какой-то... Челик, а смотрите, вы осматриваете подлодку, этот человек, с которым вы разговаривали по станции, выглядывает с каюты с широкой улыбкой на лице. Вы готовы познакомиться с Рексом? Прежде чем вы успеете ответить, из-за спины человека выпрыгивает самый большой грязевой раптор, который вы когда-либо видели. Осторожно. Вы кричите и тянетесь за оружием, но звери лишь наклоняют голову и озадаченно смотрят на вас. Разве он не милаш? Так что, Рекс, у вас на борту грязевой раптор, только будьте осторожны. Рекс становится раздражительным во время долгих переездов. Да, малыш? Да, мой... Хороший, просто великолепно. Короче, плывем быстро его... отсюда. Давайте его в балласте закроем. Надейся, что он реально тут нету раптора. Надейся, что его в натуре нету. Он есть, он в реакторе. Он в реакторе. Я пойду посмотрю. Подожди, я могу его потискать? Ни хрена себе, собака какая. Греш, он, если ты начнешь, если мы долго сейчас будем плыть, он тебя нахер загрызет просто на части. Нам надо максимально быстро, Сань, если что, не останавливаем. Молотоглав, косарь метров, погнали, спидран, погнали, быстро, быстро, быстро. А мы, погоди, а где патроны? Внимание, патроны у вас есть на пушку магнитную? У меня есть патроны на пистолет. Так хорошо, что у нас есть чем спидранить, погнали. Хорошо, что у нас есть робот с пистолетом. Капец, он нервный, он туда-сюда ходит. Не, для всего раптора так и должен ходить, он долбоёб. 900 метров до молотоглава, ты лучше у пушек, блядь, ходи. 900 метров? Короче, если чё... На 4,5. Готов 4 заряжать мне. А где патроны лежат? Вот тут рядышком, вот они, вот. Лучше бы изучал подлодку, я тебе говорю, изучай подлодку. Я ему сказал, походи, что он, блядь, делает? Он, сука, на раптора смотрит, он дебил, что ли? Ты прям как Стёпа. Ебан, впервые видит раптора, блядь. Да нет, ходишь? Никак, Стёпа. Мне просто было непонятно, где они находятся, я их сразу не заметил. Ебать, всё, пиздец, ладно. Около пушек всегда находится, блядь, ты что, впервые братаму играешь? Ты что, первые 10 секунд? Я тебе могу сказать, да? Говори. Грыш, пожалуйста, используй до конца хотя бы до 10%. Я не могу их перерабатывать, если больше 10. Тогда ты должен мне вот ставь вот этот сейчас. Будешь тут стоять все время. Молотоглав на 5,5 500 метров до него, 500 метров. Короче, быстро мне переставлять. Ебать, там раптор звуки издает. Мы спускаемся, 490, 470. Поставь сейчас маленький вот этот. 430. И готовься большой. Где он? Где? 430 на 5,2. 5,2 это плюс-минус вот это вот. Да, или 5,1, можно так сказать. Мы очень медленно спускаемся вниз. 330 метров, 303. Лего. А сможешь быстренько поменять ящики? Лу, ты бы, блядь, быстрее говорил бы. Нет, когда там уменьшится, то хотя бы меньше 10. 260 метров, оплываем малый какой-то осколок. На ровно 5 находится в данный момент. 190. Если что, будьте готовы по раптору этому стрелять нахер. 203 метра, он чуть отплыл. Справа, что-то справа, это молотоглав, походу, справа, ровно справа, всплываю вверх. Что-то гигантское. Справа, ровно, 3. Ударило сейчас.
Слышишь, я сейчас, я боюсь реально подплывать к этой херне, там я что... Я тоже боюсь, я все боюсь, я всего боюсь. А что огромное, я... Короче, начинаем я плыть. Я очень сильно надеюсь на Легу, на то, что он, если что, вдруг очень резко... Да все, я понял, мы плывем. На 4, готовься целить, целься на 4. Целься. Прям под нами что-то огромное, на 3,5. Перед нами, перед нами. О, какая-то хуйня. О, какая-то хуйня. Это чё такое? Это я чё? Это что? Они какую-то херню пускают там, и молотоглавые, и какие-то параши с пузами. Херач, херач, по ним, херач сплошняком. А чё он зелёный? Я куда... Херач, похеру, зелёный, не зелёный. Я вроде попадаю, да. Ну, пустая коробка, это возле этих скафандров лежит. У нас балласт спереди погрызан, пока не стоит в него идти. Это шпили. Так, все, я выключился не... на 7. Видел пока что последний раз на 7. Это вот эти твари, короче, которых мы очень долго боялись. Это вот они такие, если что, вот эти со светящимся пузом. Внимание, а кто-нибудь, пойдите в правый балласт. Или, стоп, помощника, помощника заставьте заделать течь. Помощник? Не этого помощника, у нас боты есть, алло. Да я понял, что этого. Вниз спускаемся, Гриш. На 6 видел последний раз, труп был. Медленно спускаюсь вниз. Облутать хочешь? Да. У нас время мало. Нам надо очень быстро спешить. У нас конченый раптор на борту, который суетится постоянно, нервный собака. Я когда мимо Сани проходил, я слышу, как он там рычал. Слышишь, он медленно спускается труп. Ставлю автопилот, выключаю сана. Я что-то слышу страшное. Это они его грызут, они его грызут у них. Они взрываются, Сань. Блять, отплываю, отплываю. Все нормально, все, стой. Взорвались, все? Да. Когда им в пузо стреляешь, они взрываются. Короче, в 2 раза больше, чем они сами. Сфера вокруг них. Ну, короче, чуть больше, чем они. Да я понял, подожди. Снизу что-то. Меняю реактор. Быстрее. Вообще вовремя сделал. Снизу на 5 примерно было. Маленькие объекты типа краулеров на 5,5 или на 5. После чека из 6 до 5. Два маленьких организма на 1 на 6,5. Они вниз плывут. К тупам плывут. Это эти, я их убил, которых. Нет! К нам плывут! В смысле, снизу маленькие, к нам плывут прям под нами. Креветки. Краулеры, креветки. Лу, будь добр, принеси. Одно это одно, вторую не вижу. Они тупо грызут. Все, уплываем. Около этих. Они подплывают. Отгоняю их, отгоняю. Одного убил, второго убиваю. Идем. Сейчас, подожди, я поменяю боеприпасы в пушке, когда они закончатся. Предлагаю говорить в игре, чтобы вы могли просто переключиться на микрофон ближний и говорить уже там. Да. Не, это будет трудно, мне на кнопку тяжело нажимать, похер. Мне тоже бывает тяжело на кнопку нажимать. Так вы, бля, хули в ВВ не поставили для разговора? Так, бля, сложно, что ли? Похер. Вообще похер. Так они пиздят, мне мешают то, что они говорят, и ты им тоже мешаешь. И сконцентрируйся на одном и слушай других, эта информация будет тоже полезна очень. Так мне кого слушать, тебя или их? Меня слушай и немножко на них тоже. Так мне нужно, чтобы я слышал, когда это нужно, чтобы они когда мне докладывали, тогда нужно было, а то они сейчас мне мешали только. Я тебя пытаюсь слушать, они пиздят без остановки. Я про это тебе говорю. Состыковка. Бля, да давай, отваливайся. Все, кидай патроны. Ура! Так, идите эти. Будем... Ура, мы на верблюде сейчас будем плавать. Я не уверен, конечно, но ладно, посмотрим. Хорошо, что чел ничего не подорвал. Можно не стать андроидом. Чего? Чё он сказал? Он хочет человеком. Ну, пиздец, надо было моды нормально устанавливать, все твои проблемы. Ты был неком, а часто у нас... Моды нормально устанавливать? Мы можем... скачать полностью мою сборку и поставить первым делом роботравму, когда я говорил об этом. Тебя тогда не было, надо было быть. Нахуй ты заходишь в игру на сборку, которую ты не знаешь. Мы можем зайти в лобби, и там он сменит, и обратно. Я не уверен, там начать полностью новую игру, типа, что-то подобное было. Но... Ну и похрен, мне все равно этот чел был не прокачанный особо, я и в компанию не играл. Это то есть не начнет всю... Так у меня там на компании нажато должно быть. Короче, похер, будешь роботом. Потом тебе экзокостюм отдадим.
А не лезешь, чтобы он сейчас пошел себе этот сборку обновил, чтобы видеть роботов? Так нет, я робота-то вижу. Зачем ты робота поставил? Я не ставил робота, у меня негр стоял. Капец. Твои проблемы. Так. Короче. Зачем мои проблемы? Мне никто не объяснил, что я буду андроидом каким-то. Ебать, надо было сборку обновлять, сука. Ты что думаешь, что я все время только один, а? Я скачал моды все, что ты на меня гонишь? Ну так надо было тогда спросить, как установить. Я вижу новую моду, ладно, я их установил. Там же прям не написано, что типа это... Осторожно, если ты скачаешь этот мод, ты станешь ебаным роботом. Сань. Если его неправильно установить, то что я вижу, это херище задание. Ты камень плюс под покупаешь? А где подлодка, ебать? А вон она. Верблюд? Да, не, просто... Стой! Не просто верблюд, а камень плюс под. А, какой нахуй пизда. Камень, подожди. Там камель? А, камель, это... так это верблюд плюс под. Плюс? У нас 12 косарей, покупка. Подожди, подожди, приобрести и переключиться. Сейчас тут у меня галочка стоит перенести предметы. Все, нажимаю? Да. Хочет приобрести камень плюс под за кредит и переключиться на нее. Быстрее да. Нажимайте да, блядь, чего хули вы делаете? Да, нажимайте да. Так, и что нам делать теперь? Все? По идее, что нам переключаться на нее? Ваша подлодка, все на подстанцию, вернитесь. А, ваши предметы будут перенесены. Подожди. Ваши предметы будут перенесены на новую подлодку, когда вы покинете аванпост. Переключайся на камень. А как? Он уже переключен. Что я сделаю? Нет. Да. И у меня кнопки нету. Вот, переключиться, нажимаю. Я только могу на касатку, на дюгонь переключиться. Реально. Слышу. Я дурак. Все? Бля, Лего выключился. Нет. У нас дюгонь. Так, конечно, ее не поменяют, надо отбыть. Что тебе надо, блядь? Показалось ли меня Луба звал? Нет, я хотел Крыше ответить, но да ладно. Короче, мы ничего не будем покупать здесь. А если только материал посмотреть, есть новое. Ищите материалы. Материалы. Лучше это по домой прям. Я запарился уже аккумуляторы жрать. Нихуя какая классная подлодка. Ебать. Тут, короче, есть... Блин, может кто-нибудь посмотреть, что будет, если зеленый провод разобрать? Луди, смотри. Блядь. Иди смотри. Ну посмотри, может медь. А нахуй он попад тут ходит, блядь? Короче, Сань, 10 гаечных ключей, 10 отверток. Можно купить на железо. Что из этого сделается? Здесь не показывается, что будет из него. Из провода? Да. Я не смогу тебе сказать, что, если у меня нету зеленого провода. Сань. Что? Покупай все зеленые провода, все гаечные ключи и все отвертки. Тут, короче, ко мне иди. А, да. А, 4 кредита. Тут, короче, зеленые провода со скидкой, они по 4. Кстати, только изоляционные у нас есть? А, я бы еще топливный реактор на всякий случай купил, у нас мало стержней осталось. 2 в продаже было, приобретено 7, так 13. Экзоскелет за 218, если мы сейчас его не купим, он будет уже в скором времени 300, а потом 400. А еще если разрешить... Покупай, Леги. Хотя он собирался человеком быть, но бог. Он там просто выключился и лежит, блядь, спит. Пусть будет в запасе. Еще остальных несколько купил из схем 2. Свинец тоже. Можешь еще медика найти. Нам медик нужен? Нет, меня подлечить. Приобрести сейчас. Сань. Я видел, где медик находится. Где-то в жопе мира, кажется. Вот под тобой сейчас там продают, короче, гаечные ключи. Я, ебать, их тут уже накупил, ладно. И тут отвертки теперь куплю. Гайки, и зеленые провода все скупи. Блять, еще? О, нихуя не по скидону. Ебать. Мне кажется, мы на метик сможем разобрать. У нас уже косарь только остался, мы охуеть купили проводов штук 20 или 30, я не знаю. Мне кажется, эти провода можно наметить резину. Либо с телеком. Лечить. Блять, а как у нее спросить про лечение команды? А, вот увидел. Долбоёб сверху находится, клиника. Я сейчас просто всех куплю.
Радиобот, тоже хангер мне погасите, хотя не надо мне хангер. Мне тоже, а не, хангер погодит, хангер не надо, мне бесплатно. Блин, нахуй тебе хангер. Я только травму от тупых предметов всякие, лечить 57 кредитов. Меня не надо, я... Вас починили, все? Да, спасибо. А, подожди, так я могу и хангер, оно тут стоит копейки, а, сущие. Хангер, ну, не надо, у нас бесплатное. Да похуй, я... Ну, не тебе, конечно, тебя, у тебя уже есть все. Подлодочку надо обновить, ну-ка, верблюдика, давай, ебано, верблюдок. Но он у нас выбран. Так, а как починить? А, вот, вижу обновление. Улучшение Чё? Подлодки, я не могу работать на вашей новой подлодке, пока ее не доставят. В смысле? А, потому что верблюд, у нас сейчас Юконь. Да, нет, у нас вообще-то верблюд, если мы сейчас отплывем, у нас будет верблюд, она не может в новой подлодке, мы, а, получается, кто-то когда отплывем. То есть нам придется, да, на пустом верблюде плыть на новую подстанцию, чтобы просто вот... Ты что ты сейчас, блядь, сделал? Что за хуйня была? Не, короче, пиздец. Погнали. Я только сейчас заметил, что Лего Сити ливнул. Выкиньте труп. Доставка химикатов, уничтожение молотоглава. И в принципе все. Я что-то по потолку ходит. Лазит маленькая. Так, еще одна миссия уничтожения роя 3500. Есть пустые абсолютно... А, это холодные пещеры, природная зона, прикиньте, холодные пещеры просто. Mm-hmm. Блин, может кому-нибудь форму спецназа впарить? Нет, хуйня. Че, плывем на ванпост специальный? Давай. Вы на подлодке? Я нажал начать. Включается. Камель плюс под покидает точку, он просто... Я, знаешь, я сейчас... Потому что мы купили новую подлодку, рад намного больше, чем, блин... Не знаю, с чем сравнить даже. Чем в Штормворксе машину сделал. У меня сейчас капец как рад, что мы купили новую подлодку. Нам бы еще пушки поменять. Причем, в отличие от Дюгоня, она нормальная. Нам бы еще пушки. Дюгонь нормальный, а это получше. Нам бы еще пушки. У нас там дрон, этот крутой дрон. Нам бы еще пушки поменять, третий раз уже говорю, у нас пушки говно магнитные стоят. Нам, да, нам надо пушки менять еще. Какого? Уничтожение. Я в балласте, погоди, я в балласте. Да меня тэпает вниз, Сань, че подключи. Так у меня только сейчас. О, господи! Дима, смотри, вот на стеллаже висит. На стеллаже посмотри, блядь. Что там? Да на стеллаже посмотри коробку, на стеллаже первую. О, и вот последнюю тоже посмотри. Ужас. Я пойду это все перерабатывать, короче. О, МК-1. Я ему купил, блядь, МК-1, а он ушел. Вот пидорасина ебаная, блядь. А, все, нашел. Так, давайте сейчас всю лодочку рассмотрим, короче, статус. А эта лодка не такая мощная, например. Вот тут нет таких всяких приколюх, как было на той модовой Дюгоне. То, что всякая глубина там, или умный сброс бомбы. Ну ты посмотри, сколько мы ящиков доставлять можем. Гриш, тут катушки в натуре нету. Да похуй доставлять, мне не особо это интересно. Подожди, у нас один пулемет? Зарядник для цепной пушки? У нас цепная пушка сверху. У нас цепная пушка. Пушка? Да. Цепная. Так у нас магнитная пушка и цепная. И вот под висит. На поде тоже цепная. На поде имба пушка. Там всего один заряд и куча говна. Так, да, блядь, быстрее. Вот он вообще имба весь. А как в него зайти, через балласт? Внизу, да. Не, погоди, не через балласт. Да вот, вон внизу тут. Погоди, стой. Сейчас я вылезу из балласта. Вау. Короче. Ну прикольно, говно, конечно. А гаечные ключи отвертки перерабатывать? Давай, хуя. Я понял, похоже. А мы как-то можем найти ящик наш прошлый? Короче, я один водолазный костюм даю на переработку, нам не нужен. У нас экзокостюм там стоит какой-то. Он такой маленький. Хотя нет, я лучше экзо переработаю. Тихон молодец, что вышел, блин. Он тогда, ему не достанется экзо. Я офигею, он такой топовый, здесь все, что нужно есть. Блять, я понял, где лу. Короче, теперь мы можем в безопасности... Нет, он не здесь.
У нас каюты есть дополнительные. О, за пушкой сейчас. Это я был, извиняюсь. Ты нахуя это сделал? Ты еблан совсем? А там она просто странная какая-то, интересная была. И чё, а ебать? Это у дрона пушка. Ты как за неё сел? А там сверху капитана. Глядишь, сюда. Вот, пол. Пол. Какая-то. Ну, короче, этот дрон, это такая имба. Я разобрал на алюминии медь только что МК-1. Теперь мы можем безопасно... Лу, иди разбивай, блядь, хули там за пушками трёшься. Ну, короче, если мы вдруг будем добывать минералы или куда-то отправляться, где надо вылазить, мы этот дрон отстёгиваем, и один, короче, в дроне, я побежал, а другие... А, нет, слышите, один в дроне, а другие тоже в дроне сидят. Они просто сидят, а другой управляет, и мы в полной безопасности будем. Окей, блять, хули Лу просто бегает, я ему говорю, иди перерабатывай, блядь, он берется бегать. Я отвечаю эту станцию. Какую станцию? Извиняюсь, это из СС-ки. Так, погоди, надо... О, алюминий. Да, у нас... Я костюм погоди, переработал. Медь из чего? Медь из чего? Из проводов? Из костюма. Из костюма? МК-1 переработал лишний. Смотри, у нас алюминий есть. Еще чуть-чуть? Ну как чуть-чуть? Охуеть. Нифига, не чуть-чуть. Кстати, можно потом деконструктор тогда лучше, чтобы он быстрее перерабатывал. Ай, я ушатался, это было больно. Я слишком быстро бежал. Ты видел, как я со льдуху? Иди вниз, смотри. Блять, подожди. Не, смотри, мяу, блин. Сейчас. Я тоже так хочу. Это было больно? Это я ногами ушатался, меня голень разломало. Тут столько отверток. Блять, нахуя сюда-то их? Кто их все загрузил, блять? Все, я лишний убрал. Откуда столько стержней, хули ты их не подаешь, Лу, или не перерабатываешь? Давай. Это, короче, помощник, скорее всего, на места типа положил. Сука. Я нашел зарядную станцию, она около реактора. Блять, а мы точно аккумуляторы те забрали с подлодки? У нас точно они пришли к с нами? Те 4 аккумулятора. Должны. У меня просто с собой вот разряженные. У нас есть батарейки одноразовые. Подожди, у реактора аж? Реально? Откуда? Смотри, вот первая батарея, да, заряжать? Вон, смотри, над ней зарядная станция. А, и в натуре? Вот у нас не перешло с той подлодки, мы потеряли аккумы 4. Надо было забрать себе. Да я вообще не знал, что так не будет. Слушай, смотри, батарея вот, стоит, батарея. У батареи стоит. Где? О, около этого, вот смотри, батарея. И камуль сверху, надпись. Батарея в натуре стоит, просто батарея. Это что, реально? Это в натуре батарея. Прям реально батарея. Так, я хочу поезд засунуть сюда схему на базе ППВ, посмотреть, что с нее будет. Погоди, стой. Мне похуй. Стой, не суй. С нее медь стой, будет, не надо мне. Стой, не суй. А в смысле не суй, буду сувать. Я провода разбираю. Да подожди ты, стой. Я их разобрал просто так. Углерод и фосфор, блин, ну и говно. Слышишь? Проводов ничего не дропнулось, я их просто по приколу разобрал. Нахуй я купил штук 20, блять, их. А чё-то ящики с патронами валяются. Чё я сейчас сделал? Так, слышь, вообще, на ящик. Где пушки? Так, это. Они первые... справа, чё ты, куда ты пошел? Они вообще справа. Нет, погоди, это горб. Это тоже горб. Охереть, у нас тут химикатов. Охереть, у нас их, нам столько бабла дадут. Я тебе говорю, сколько мы перевозить теперь можем. Мы бы на касатке не смогли высоко перевозить. Слушай, я в ахуе. Сколько бабок с этого получу? То есть в капитанском мостике все пушки. Ну да, блядь. Снизу у нас конченая пушка, сверху нормально, надо снизу. Вот это, кстати, очень неудобно, то, что балласт уходит. Да пох. С одной стороны, с другой стороны это. Не ебашь, да. Так, электрика. У нас фабриката деконструктор поломала чуть-чуть. Мы деконструктор слишком часто использовали. Лойди чиним. Я иди дальше разбираю, у меня еще 3 отвертки в инвентаре. Или ты разбираешь эти все отвертки, или я тебе в жопу их вставляю? По кама. Тут аварийная сирена.
А нажми на сирену. Чё будет? Не трогай. Ты долбоёб. Не трогайте. Это она что-то закрывает и сирены включает. Блять, это ёбаный год, берите эту хуйню. Ребра молотоглава. Так, я сейчас достану. Не, кстати, она только сирену включает, все. Капец, прикиньте. Мне кажется, у молотоглава мясо вкусное, он ведь такой подвижный, мясистый. Хотя он жесткий, наверное. Ну слой, почему? Внутри слой точно жёсткий. Почему здесь не добавили, чтоб людям надо было есть? А это чтобы... вот такой есть, Гриш, мы иначе все сдохнем в голову. Не, было бы прикольно, типа, на аванпостах покупать всякую это еду. Не, это там. Не добавили, но мод такой есть, называется потребности, требуется пить и есть, очень часто пить и есть, прям капец, если ты без этого жить не можешь. Саня, если не ошибаюсь, не надо очень надо часто. Не только есть и пить, но и спать и общаться. Вот! То есть Стингеру придется Стингера звать, чтобы он хуйню всякую готовил нам. И нам реально придется просто тратить время на готовку. Мы и так выживать не можем. Луи, иди чини. Где мы просто у меня покупать там жареный. Вот здесь. Вот, блядь. Вот здесь. Всего до хера. Да, блядь, мы когда поплывем уже? Не это, дебил, вот чини. Короче, я поплыл. Короче, я пойду посрал тогда уж. Молотоглав, если чё, снизу на 500 метров. Ты тут вам поста касать. Я все гаечные ключи перерабатываю. Да-да, это лу задание, блядь. Нахуй ты за это взялся, иди за пушки возьмись. Понял. Радиация! Блядь, мы прям по радиации поплыли. Она прям была тут вся. Удачи вам выжить. Пошел. Короче, туда. Сань, у нас левый верх вообще не защищен. Да у нас, короче, сейчас все балласты напились вкусной радиации, вообще все. Там ничего ведь не будет. Если воду впитала, минус балласт. Просто вещь флора его все зарастет и похуй на него. Радиация это же не флора. Это флора, мы впили флору. Не, флора она именно розовым будет там плавать. Не, она маленькими частицами. Так и говорят все время, 2023 гайд был. У нас есть огнетушитель? Да. Там вообще-то зачем огнетушитель? Ой, подожди. Огнетушитель, огнемет. Нет. Герово. С фарочным аппаратом ебашь, что ли? 200 метров до мотоглава, 5,2. 198. 200 метров? Ты куда, бля, побежал? О, Рёнь, я случайно. Ебать, ты от пушек отошел. На 4, снизу под нами что-то есть. Ебать, и мотоглав в другой стороне, что за говно, что происходит? Теперь, какие-то мрази на 7. Какие-то мрази на 7. Это кто такие? Как посмотреть? Я не знаю, кто это. Блять, а я хочу посмотреть. Они нашу мертвую точку херачить сейчас будут. Это мы на шпиль наткнулись. Короче, чтоб ты понимал, это какие-то креветки в юбках. С какими-то головами в виде капусты. Пиздец. У нас отопление, выключаю сана. Я просто обрифы прям разъебался от шока. У нас мертвая зона. Все, выходите из той зоны, пилот. Включаю. Я их не вижу, они. Они даже не за нами не плыли, они просто мимо плыли. А мы точно потом сможем это найти, потому что я хочу посмотреть, что это такое, я ж не увидел нихуя. Сверху прям над нами какая-то маленький херник, к нам быстро плывут. Реально быстро очень к нам плывут, все нам пизда. Насколько сверху? На 10. Я увидел их, они в мертвой зоне. 10. Они в мертвой зоне, я увидел мельком. Нахер, у меня сверху. Они нам сейчас все. Они сзади, сзади, все сзади. Просто сзади. Просто сзади. Молотоглав, спереди, готовься стрелять. Лучше это возьми на под стань. Да, 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 я. 90 метров на 4, 90 метров на 4. Под нами рифы, если чё, он скорее всего в рифах прячется где-то. Блять, не отходи от пушки. Вот, спереди, на 3, ой-ой-ой. На 2. Пытаюсь всплыть, блять. Блять. Ай, увидел. Падаем, в столкновение. Очень сильно падаем. Он нас бьет, сейчас удар будет. Нет, не было удара, все, я успел. Луть, а давление, блять, ты нахуй без костюма тут ползаешь.
Кстати, голодание. У нас балласт пробит. По факту. У нас еще снизу нижний балласт пробит полностью. Ага, это точно. У нас... А чё никто не сказал то, что у нас вообще-то тут включен сонар? Вас сонар вообще не бьет, типа? Нет. Я же говорил, сонар не работает. Кстати, много раз говорил об этом. Пиздец. Тихо говорил. Ебать, тут... Тут аккумулятор горит! Я хотел починить, но произошел бум. Не успел. Сейчас починю. Пошел на. А, если что, у нас правый, левый. У нас что-то сдало. Ай, блядь. Луда, чини. Сань, я, конечно, не знаю, но... Гриш, я, конечно, не знаю, но что-то огромное заспавнилось. Я тебе несколько раз попытался об этом сказать сейчас. Буду надеяться, что это так и должно быть. Сейчас бегу. Тут ничего не вижу, я уже посветил. Над нами херня, которую нужно залутать. Как мы лутать-то ее будем? У нас сверху нету выхода. У нас снизу выход, что ли, тут? Да. В гальдую под. Не, там еще один должен быть. С гальдуя выходить нельзя. А, нет, можно выходить. Гальдур горит. Гальдур горит. У него он дымится жестко. Реально. Он его разобран просто. В кашу уже электрика. Он загореться мог любую секунду или просто сдохнуть. Я понял, что я обожжённый. Да нахуй ты... Да он не побит! В нем системы сломаны. Да я проверил просто, что ты орёшь сразу. Потому что все нормально с ним. Я проверить просто не ори. Бессмысленно. Правил поменял. Судовой журнал, сварочный аппарат, прям в нем все. О, нас что-то бьет сверху. Что? Или что это было? Чё это... что-то бьет, но там сверху что-то я видел, Майя, было. Я не понял, что это было, вот честно, ни хера не понял. А слева на 10 что-то плавает. Я не могу оттуда посмотреть, что это. Мы в рифах. Мы лежим в рифах, у нас поломана лодка в разных сторонах. Капец, у нас реально один выход. И он заблокирован этой саной капсулой, почему я не хотел эту подлодку брать. Касатка еще хуже, поверь. Да я вообще не хотел ни одну из этих брать, дюгонь, и то лучше была. Пиздец у нас всего говно. Хуже. Дюгонь была лучше, потому что это медленное говно, мы туда заебались на них просто. Теперь лежим в говне. Надо было тогда добавлять пушку. Там можно было добавить, там место еще было. Слышите, а что заливается? Так вот, я об этом же, у нас как дыщ сверху. Где? Иглы. Ой, блядь. Плывем. Нас иглами керачат. Да, у нас сзади плавает маленькая игла. Теперь сверху плавает. А слева сверху что-то большое, в кавычках. У нас полностью залило это. Сверху какое-то огромное говно, я быстро уплываю. Ёбата! Watcher вместе с ними. У нас заливать почему-то начало весь... не. О, господи. Я убегаю, до свидания. Очень много игл. Сверху что-то гигантское плывет на нас. Длинное плывет. Это червь какой-то, червь. Я его не успел продамажить, я случайно попал по этому. По горбу. Я понял, что за червь. Все, нам повода, нам повода. У нас залез кто-то. В реакторе червь. Пиздец. Нет, давай лучше иди этот, за пушки становись, я сейчас пойду постреляю сам. У меня автомат есть. Это с этот, мусорщики. Убил одного. Акули-тигр. Слышишь, нас они жестко дамажат, а их тут много. Потом закончили, сейчас меняю. У меня пушка сама разряжается. Нас топит очень жестко. Да, знаю. Ай! На нас акули-тигры напали очень дико. Ему вообще было похер на мои выстрелы, я его еле убил. Так, я бегу обратно управлять. А хули тут все люки пооткрыты, блядь? Это что такое? Тут все разорвано. А, вот эти червяки нас атаковали в натуре, мы все-таки их увидели.
У нас вся подлодка заполнена водой, прикинь, вся. Я когда смотрел на них по этим, по пушкам, они были маленькие, а сейчас они такие огромные. Сверху заделали, у нас еще почему-то люки, блядь, пооткрыты в этих, в грузовых. Какой-то еблан пооткрывал тут люки. Ебать. Нас тут все пробили. Голова! Нас кто-то грызет справа сверху. Я, конечно, извиняюсь, но... Тигр Трэш залез сверху в люк! О, зато он люк открыл. Привет, папаша. Я не буду вылазить из-под лодки, меня чуть не разорвало нахуй. А как тайгер отсюда выбросить? Какое давление, мне интересно? Какая глубина? Будет нормальная глубина по кайфу. У нас бы уже давно... Да, кстати, глубина по кайфу. Да, блядь. Да его, подожди, стой! Накидывай его нахуй. Да, блядь, да че он? А, слышишь, у нас ведь... У нас ведь и вот эти люки тоже... Да чини, блядь. Или нет? Нет, они не открываются, состыковочные люки. Он ли состыковочные? Так, у нас тут топится несколько систем, прикольно. У нас полностью сдох зарядное устройство, сдохло на пушках. Это говно, короче, а не подлодка. Я сожалею о своей покупке. Я лучше на Дюгоне дождался бы других подлодок. Она там просто, у нее все системы умирают. Пока что не будет других подлодок, тебе 5 лет ждать их. Нам, блин, надо доплыть несколько этих, пройти фаз. Охереть, говна. Мы сейчас столько говна наедим на этой блюде. Его еще сложно обслуживать, нам нужно больше людей в команде. У нас всего 5 человек. Нас 4 вообще. Даже не 5. А вроде для подлодки минимум 5 нужно. Ебать, тут все, ладно, похуй. Но как это мы хорошая так... подлодка, просто мы лохи пока не... Слышь, откуда звуки? Ебать, тут сверху. Сонар, выруби, я не слышу. Реально кто-то орёт на улице. Вот как будто шипохвосты. Да, тут сверху шипохвост лежит, блядь. А, нет, это Тайгер Трэша. У нас снизу, ебать, все залито, слышишь? У нас под разломан. А хули там помощник? Помощник там. Да, он какой-то хуй тот пришел. Нахуй. А, ты за пушку садишься, нахуй ты все время садишься за нее. Блядь, у нас внизу насосы говно вообще не работают. Ага, да, вижу. Надо найти, вот ладно, скопал. А он очкошник, он туда вылезти не может, он дебил. Но застрял. Гриш, кстати, как тебе моя маска? Весело. А, он, блядь, открыть не мог дверь. Да дай! Кто там, кто там, кто там, кто там, кто там, кто там? Да такие же крики. У нас тут кабельная коробка сломана. Такие же крики. Сломано. Говно, а не подлодка, а тут обслуживание сложнее. Я лучше бы поставил мощные пушки и пукалки на этот, на ту херню. По идее, мы что сами такое? Могли бы купить пушку и просто поставить ее вручную на этот, на дюгонь где-нибудь. А какого хера там какая-то херня, магнитная пушка с какой-то, с каким-то наростом вниз просто. Ай, стреляй по ней, стреляй, это живая пушка, херач по ней без остановки, ты что, не знал, что они существуют? Она наоборот сдохла. Я по ней стрельнул и как бы от нее что-то отвалилось. Так все, мы плывем нахер отсюда. Справа что-то живое в кораллах лежит. Сверху куча всякой херни плавает. Похоже, мертвые. Очень много мертвой херни. Там аванпост сверху. Тут сверху куча херни. Я не знаю, как мы поплывем. На один, если что, что-то находится. И я вижу этого дебила, который нас слепит. Нет, не вижу. Блять, подлодка хуйня. Такая пиздец сложное управление. Справа видишь что-нибудь? Да. Что это? Я хер его знает, это очень страшно, херня, ну да. Ой, фу! Там... Оно за нами плывет, я его херачу, это камень. Да, кстати, это живой камень, точняк. Там таких камней охереть много сверху над нами. Было. Сейчас на... справа, справа, сверху на два, на два, на два. Слепит нас, слепит, это дебил на этот. Все, похуярил по нему, по идее он теперь от нас отойдет. Я в него стреляю, добиваю. Так, все, аванпост 100 метров, подплываем ближе.
А у нас всего один стыковочный, прикинь, порт. У нас почему-то второй стыковочный порт, это не порт нихера. А у нас люк вообще есть во второй этой штуке? Капсуле вот этой вот. Где химикаты? Нет. А, ну все, пиздец. Сталая лодка, ладно, уже стыковались. Нам сейчас надо будет все чинить, нахрен. А ничего, я просто подойду к челу, который под лодки обновляет, нажму ремонт, на все починят за денежки. Меньше потратимся на сварочные аппараты и ХП. Надо еще весь отряд А, у нас весь отряд нормально. Ну все, но там меня покусали чуть-чуть. Меня тоже немного. Сейчас, все нормально. Ребят, у меня светлеть начало. Потихонечку. У меня час. Я... Давайте, наверное, я вот что-то сейчас это... Небо чуть-чуть светлое. Не черное, не темное, фиолетовое. Прям